Все к северному посту, если не получали распоряжение от пехотинцев. Скорей, скорей! Мне казалось, мой план был предельно ясен, и у него были ясные причины. Этот туман смутил меня, сэр. Я решил, что вы тоже передумаете. Это было в компетенции командора Фитт-Джеймса. Почему вы его не уведомили? Не было времени, сэр. Кто-то из людей слышал кое-что в тумане. И кто же? Вы тоже слышали? Вы приняли лучшее решение в ситуации, в которую, как вам казалось, вы попали. Но оказалось, что это уловка. И теперь мы в более затруднительном положении. За воображаемым внешним врагом вы не увидели врага внутреннего. Если мистер Хикки убил лейтенанта Ирвинга и мистера Фара, что я подозреваю, то не забавы ради. Мы не знаем, кого он еще завлек в свою шайку, но точно знаем, чего они хотят. Какие у нас есть доказательства? Ни за что не поворачивайся к ним спиной. Доктор Гутцер, я хочу, чтобы вы вскрыли желудок Ирвинга. Хорошо. Это тюленье мясо, сэр. Едва переваренное. Они накормили его. Ну, разумеется. Согласитесь, это противоречит версии мистера Хикки и является неоспоримым доказательством лжи, приведшей к гибели 7 человек, среди которых морской офицер и ребенок. Должно быть, они с мистером Фарром остались наедине, а лейтенант Ирвинг шел, чтобы рассказать. Ходжсон, вы это подтвердите? О, господи. Да, разумеется. Найдите троих пехотинцев и арестуйте мистера Хикки. Только не пехотинцев, сэр. Это сержант Стоузер вооружил людей. Я поверил ему и отдал приказ. Я думал, что поступаю правильно, мне очень жаль, сэр. Выберите тех, кому можно доверять. И назначьте их. Обойдите лагерь. Разоружите всех, кроме офицеров, включая пехотинцев. И пусть кто-то отвечает за оружейную. Дево. Арестуйте сержанта Тоузера и мистера Хикки одновременно. И приведите их. Мы предадим их суду здесь. И разыщите плотников. Плотников, сэр? Для виселицы.